Соответственно, за наличный расчет у нас тариф составит 42 рубля, за безналичный расчет банковской карты 32 рубля. И, соответственно, при оплате транспортной карты за билетом длительного пользования за одну поездку, если будем покупать, то это 38 рублей, за 100 и более поездок это 28 рублей. На сегодняшний день у нас функционирует порядка, автопарк порядка 1037 единиц подвижного состава, это 749 автобусов, 182 троллейбуса и 102 трамвая. Рост обусловлен индексацией зарплат. На сегодняшний день дефицит кадров он чувствуется, как у нас исполнительный комитет города Казани отметил, да? Дефицит кадров он на сегодняшний день действительно есть. Рост цен на электроэнергию, надо отметить, по прогнозу социально-экономического развития составляет порядка 9,1%. Рост цен на горюче-смазочные материалы, он у нас, все мы помним, с период с июля по октябрь очень большой скачок цен, поэтому по году пока прогнозные цифры роста цен на топливо составляют порядка 15%. И, наверное, важный фактор, рост цен на шины порядка 12% прогнозируется по 2023 году. В конечном счете также повлияло на рост цен закупка новых троллейбусов, которые буквально недавно у нас приобретены исполнительным комитетом, ну, перевозчиком по электротранспорту. Да? Соответственно, эксплуатационные затраты.